Мне не спится, дух томится, голова моя кружится, и постель моя пуста. Где же руки, где же плечи, где ж прерывистые речи и любимые уста? Одеяло обвивало, тело знойное пылало, за окном чернела ночь, сердце бьется, сухи руки, отогнать любовной скуки я не в силах, мне не вмочь. Прижимались, целовались, друг со дружкой сплетались, как с змеёю паладин. Уж в окно запахло мята, и подушка вся измята, и один я, все один. Стихи эти написал поэт Михаил Кузьмин, а вспомнили мы их сегодня потому, что он родился 18 октября 1872 года.